Был предоставлен видеоматериал нашего зала «Спартака», который мы очень многие выросли на этом зале. И Садыр Гаджиевич видел этот материал, который предоставили наши ребята, которые здесь тренируются. Пришел в ужас и дал поручение. Биздин меценаттардын, бизнесмендердин колдоосу менен мына бокс залы бүгүнкү күндө жаңыланып, жаңы зал болуп ачылып атат. Благодарственное письмо Национальной Федерации Кыргызской Республики выражает глубокую признательность компании «Аврора Констракшн» за вклад в развитие и популяризацию кыргызского спорта в Кыргызской Республике. Я будущий руководитель Совета компании, а также являюсь вице-президентом Федерации дзюдо Кыргызской Республики. Но исторически я сам всегда в дзюдо занимался, боксом занимался. Да, и мне очень приятно, что именно поручение по восстановлению этого зала бокса, в котором я сам и тренировался, и сборы мы здесь проходили, и на этом ринге я много раз выступал. Да, и мне было очень приятно, когда это поручение, эту миссию по реконструкции этого зала возложили на меня. И я больше чем уверен, что отсюда этот зал станет кузницей для наших спортсменов, заложит прекрасный фундамент для достижения высших спортивных результатов, в том числе золотых олимпийских медалей. Очень хорошие слова были сказаны, да? Что у кыргызского бокса есть своя история. Я думаю, самый большой вклад в этих победах стоит за тяжелым, кропотливым трудом наших тренеров. Да? Я хочу вот такую красивую картину подарить. Иван Семенович. Зал бокса повесите в тренерском. Вот сейчас здесь присутствуют наши ветераны, которые здесь еще мальчиками начинали тренироваться. Я думаю, что и те ребята, которые здесь могут уже записываться на секцию бокса, приходить здесь тренироваться, в будущем, я думаю, будут составлять основной косяк наших сборных команд и юношей, и молодежи, и взрослых. Это дом всех киргизских боксеров и в первую очередь скажу, да, наверное, благодарность, большая благодарность от Садыра Гаджиевича, нашему президенту, потому что с его подачи, с его поручения строительная компания, которую мы сегодня озвучим, они нам помогли, полностью сделали ремонт от самого пола до потолка со всеми
раздевалками, ну все полностью, это новый зал, по сути, старые стены, новый зал. Поэтому сегодня мы заходим в новый зал, но зал, который воспитал чемпионов Азии, Европы, Союза, мира. Вот теперь, чтобы этот зал принес олимпийского чемпиона Кыргызстана.